Доброе утро, команда. Как меня слышно, видно, дайте обратную связь. Всех приветствую. Всех с добрым утром еще раз. И похоже, что вы молчите, меня не слышно. А, слышно. Отлично. Еще раз здравствуйте. Рад всех приветствовать. И сегодня у нас пятница, планерка. Сегодня у нас подходит к концу третья неделя каталога, первого каталога, который у нас состоит из 4 недель. И по традиции на наших планерках давайте похвалимся результатами нашего вчерашнего дня, результатами недели. Кто чем может у нас гордиться? А я знаю, что у нас достижения за эту неделю очень такие впечатляющие. Ежедневно к нам присоединялось огромное количество людей, что для каталога номер 1 очень-очень радует. Даже больше людей присоединялось, чем в предыдущие каталоги. Отличный рекрутинг у нас налажен по команде. И давайте посмотрим на эти цифры. За неполные 3 недели каталога номер 1 к нам в команду присоединилось уже 149 новичков. 17 из них сделали свой первый заказ, стали рекрутами, и 4 стали квалифицированными рекрутами, совершив заказ суммарный на 100 баллов и более. Так, Даша у нас Самохина хвалится, 1 регистрация и 3 новичка за эту неделю. Отличный результат, Даш. Я уверен, что уже через неделю на подведении итогов каталога номер 1 будем тебя поздравлять с новыми достижениями. Друзья, я хочу отметить, вот я назвал только что цифру, 149 новичков у нас за неполные 3 недели. Практически столько же, чуть больше, 155 новичков у нас было за каталог номер 17. Поэтому, кто бы там вам что ни говорил, что первый каталог у нас тяжелый, что будет после новогодних праздников, люди все будут заняты, все будут отсутствовать, отходить, не верьте. Как показывает наша практика, результаты нашей команды, все намного лучше. И даже лучше, чем предыдущие каталоги. Так, и тут Олеся всех убила цифрой по своей команде. 63 новичка у команды Олеси Бахмутовой за эти 3 недели. Отличный результат. Практически, Олесь, практически половина от всей команды. Итак, двигаемся дальше, друзья. И давайте похвалим наших активных рекрутов. Вы видите их на экране. Люди, которые у нас пришли к нам в команду и совершили свой первый заказ. Обращаю ваше внимание на то, что большое количество рекрутов у нас имеется с большим количеством бонусных баллов, которым не хватает буквально чуть-чуть до прохождения первого шага стартовой программы. А как мы уже знаем, новая стартовая программа подразумевает у нас шикарные наборы, всего за 199 рублей, и при прохождении 4 шагов по стартовой программе суммарно наши новички получают выгоду 13,5 тысяч рублей только за стоимость вот этих вот наборов, не считая денег, которые они получат за товарооборот, созданной ими группы. Да, Алевтина, все будет. И, Алевтина, приятно видеть вас уже в числе рекрутов. И, помнится, на этой неделе была планерка, когда мы говорили о необходимости совершения первого заказа, о важности совершения первого заказа, иначе система удалит наших неактивных партнеров. И Алевтина, которая у нас активно работает, строит команду, но не успела совершить свой первый заказ. Сразу же, буквально через час, первый заказ свой совершила. Поэтому напоминайте людям, напоминайте своим новичкам, которые у нас в информационном листе в нашей распечатке отображаются с буквой «С» в последнем столбце стартера. Напоминайте им о необходимости совершения
своего первого заказа. Так, двигаемся дальше. И у нас на очереди поздравления наших квалифицированных рекрутов, наших активных новичков, которые прошли первый шаг стартовой программы. Обратите внимание на заказы, на их заказы. Уже есть один новичок с заказом больше 150 баллов. И практически все новички у нас сразу к концу каталога выйдут на уровень как минимум консультант 3%. Отличные новости, отличный старт у данных новичков и ждем новых квалифицированных рекрутов. Итак, у нас третья неделя каталога. Ох, не исправил вторая, отметил третью. Третья неделя каталога у нас сейчас идет, заканчивается. И на что нужно обратить внимание у нас на третьей неделе каталога? Конечно же, это подтверждение квалификаций, которые мы показали в 17-м каталоге, подтверждение званий, уровней для получения премии по программе Turbo Рост. В 17-м каталоге у нас очень много новых званий было, точнее новых уровней, по которым в первом каталоге наши партнеры получат большое количество премий по программе Turbo Рост. Поэтому нужно об этом помнить. Нужно выполнять условия. Лиля буянит у меня там, не обращайте внимания. Конечно же, последняя неделя каталога уже будет близиться ко дню влюбленных, 14 февраля. Заранее уже все начнут готовить подарки не только себе, но и близким, там, любимым. Поэтому позаботьтесь о всех добивках, о всех выполнениях квалификации заранее, чтобы не получилось так, что в последний день каталога, в субботу, при совершении вашего заказа, большая часть продукции отсутствовала на складе. Конечно же, обзваниваем спящих, обзваниваем людей, которые у нас еще с прошлого каталога не совершили заказы свои. Работаем с людьми, у которых имеются больше 100 баллов лояльности, чтобы они забрали подарки, им полагающиеся, и, конечно же, совершили заказ. Так, Даша у нас ошиблась, у нее 4 новичка за неделю. Отлично, Даша, получается по одному новичку в день. Сегодня 5-й день, сегодня также статистику не нарушаем. Сегодня еще одного новичка приглашай. Итак, по акцентам каталога в эту текущую неделю поговорили. И теперь давайте поговорим о новой мотивационной программе, которая у нас идет для менеджеров, по которой у нас наши менеджеры могут получить шикарные премии от 9 до 18 тысяч рублей. И, конечно же, для директоров 30 тысяч рублей. Итак, таких людей у нас по команде, сейчас скажу, секунду, где этот слайд. Таких людей у нас по команде 20 человек. Вы видите их сейчас на экране. И пока еще ни один из 20 человек не выполнил минимальные планы для участия в данной программе. Поэтому у нас еще есть неделя для того, чтобы как минимум набрать необходимое количество квалифицированных рекрутов для того, чтобы участвовать в данной программе. Важно сделать первый шаг. У нас данная программа идет 4 каталога. Важно сделать первый шаг, а дальше уже все пойдет по накатанной. Еще лучше, еще быстрее, еще активнее. Поэтому уделяем это внимание. Как вы видите, сейчас нарисую. Всего у 6 людей имеется по одному квалифицированному рекруту. А план для этих людей вот такой вот. Минимальный план. То есть кому-то еще один квалифицированный рекрут остался, а кому-то еще 4 осталось квалифицированных рекрутов для выполнения минимального плана на текущий каталог. Так, и могу поделиться практикой по своей команде. У нас в команде 5 человек. Так, это первый каталог. Олесь, первый каталог –
CT-стартеры, следующий столбец Re-рекруты, следующий Q-рекруты, то есть сколько стартеров, рекрутов, квалифицированных рекрутов. Понятно? Угу. Могу сказать по своей команде, у нас 5 человек в команде участвуют в данной мотивационной программе, а остальные люди, соответственно, не участвуют. Чтобы остальным людям было также интересно, также выгодно набирать квалифицированных рекрутов, я устроил такую вот беспроигрышную лотерею, такую финансовую поддержку для наших партнеров остальных, по которой за каждого квалифицированного рекрута, если человек не участвует у нас в данной программе, за каждого квалифицированного рекрута спонсор получает 300 рублей. И нам выгодно, квалифицированные рекруты у нас набираются как участники стартовой вот этой программы мотивационной, также и нашим остальным партнерам выгодно будет набирать квалифицированных рекрутов. Именно от командной работы зависит успех выполнения данной мотивационной программы. Как я уже рассказывал, хоть и планы высокие, допустим, у менеджера 50%, 50 менеджера 18%, 50 квалифицированных рекрутов, но если разбить эти планы на нижестоящую свою команду активных партнеров, то при выполнении нижестоящими партнерами сумма итоговая вместо 50 квалифицированных рекрутов у вас все 100 будут. Поэтому работаем со своими партнерами, работаем с командой, и вы обязательно выполните условия как вы, так и ваши партнеры. Итак, двигаемся дальше, друзья. Вопросы, если у кого какие возникают, задавайте. И у нас подходит к концу 1 февраля необходимость оплаты первого вступительного первоначального взноса за участие в выездном мероприятии «Лето моря Reclaim 2016». Данное мероприятие у нас проходит с 13 по 17 июня 2016 года текущего. Уже пятое по счету мероприятие ежегодное. В этом году оно будет проходить в Коктебеле, в Крыму, и в спа-отеле «Лекс». Выступают у нас на данном мероприятии Станислав Скворцов, золотой директор. Вы его видели на онлайн-форуме, который у нас был в начале декабря. Он выступал. Сергей Гаглоев, бриллиантовый директор. Топ-лидер, который работает только офлайн, поделится своими результатами работы, своими успехами. И могу сказать, что Сергей работает в основном только с мужчинами. Дмитрий и Ирина Снежанна Кулешовы, бриллиантовые директора, они расскажут о том, как строить семейный бизнес компании Reclaim. И, конечно же, семейство Долженко, Ирина и Антон, старшие бриллиантовые директора, расскажут нам о том, как за 2 года построить директорскую структуру. Это спонсоры, бриллиантовую структуру, Лили подсказывает. Это спонсоры Ивана и Алены Родионовых, которые сейчас уже семимильными шагами шагают, с каждым каталогом приращивают просто в разы, наращивают объемы своей команды, структуры. Вот об этом мы узнаем с вами на выездном мероприятии «Лето моря Reclaim». Итак, стоимость данного мероприятия, полная стоимость 19 тысяч рублей. В эту стоимость будет входить трансфер от Симферополя, то есть вы добираетесь до Симферополя любым удобным для вас образом. С Симферополя вас забирают уже, привозят в отель. В отеле полностью питание все включено, проживание в отеле и, конечно же, семинары. Для детей и членов семьи, которые у нас не будут участвовать в семинарах, стоимость следующая. Для детей до 5 лет путевка бесплатная, проживание, питание включены только завтраки, обеды и ужины уже на свое усмотрение за дополнительную плату для детей до 5 лет. Для детей от 5 до 12 лет стоимость уже будет 8000 рублей, питание включено. Для остальных членов семьи, то есть для детей свыше 12 лет и для
супругов и бабушек, дедушек, братьев, сестер, с кем угодно вы поедете, друзей, 15 тысяч рублей будет стоимость проживания. Есть еще один вариант оплаты только семинаров, стоимость которых будет составлять 5 тысяч рублей. То есть вы платите только за семинары, за участие в семинарах, а проживаете в любом удобном для вас месте, то есть открываете сайт Airbnb, Авито, или приезжаете на месте, договариваетесь, снимаете комнату, квартиру, домик и живете там. Выйдет, конечно же, дешевле, питание уже будет на ваших плечах, собственное питание, и, конечно же, не будет той возможности пообщаться помимо семинаров с вышеперечисленными лидерами в обычной обстановке, то есть жить рядом с ними и общаться помимо семинара в обычной обстановке. Итак, напоминаю, что до 1 февраля нам необходимо внести первоначальный взнос 7000 рублей для тех людей, которые у нас планируют поехать на данное мероприятие. Могу сказать, что мы уже на днях оплатим, уже взяли реквизиты у Александра Воронова, организатора данного мероприятия. Мы, как только узнали о данном мероприятии, сразу же, не задумываясь, не просчитывая деньги, мы сразу дали положительный ответ. Да, Маша подсказывает, и за детей 3000 предоплата. Маша, озвучь свой ответ по данной поездке, чтобы все видели, слышали. У нас друзья, тоже лидеры компании Reclaim Саратова, ездили в прошлом году, у нас не получилось, к сожалению. Они со звания старший директор, с которым уехали в прошлом году на данное мероприятие, сейчас закрыли старший золотой директор в открытом звании сапфирового директора. И буквально через несколько каталогов я уверен, что у них уже будет открытое звание бриллиантового директора, потому что у них уже все предпосылки к этому имеются. Все, Маша пишет нам, что едет. Ура! И могу сказать, так, Даша Самохина тоже у нас подсказывает, что едет. Отлично, друзья, отлично. Большая команда нас набирается. Могу сказать, что наше путешествие, наше мероприятие лично для нашей команды не закончится 17 июня. Мы планируем еще остаться там, в зависимости от количества нашей команды, количества людей нашей команды, мы снимем домик, чтобы все вместе жили в одном месте. И также поживем, отдохнем, общаемся, ставим планы, новые цели. То есть проводим время с удовольствием, с позитивом, и потом уже разъезжаемся по своим городам для дальнейшей работы. Супер. Итак, друзья, двигаемся дальше. И у нас сейчас... дебютирует на сцене, в нашей вебинарной комнате, наш менеджер 9% Лукоянова Елена. Немного представлю Елену. Вы пока встречаете Елену бурными аплодисментами, смайликами, поздравлениями. Елена по итогам 17-го каталога открыла новый уровень, менеджер 9%. Вы видите, личный заказ у Елены был 304 балла, групповые 1330 баллов. И в первом каталоге Елена уже подтвердила уровень 9%. Да, не сказал, Елена всего лишь пришла к нам в компанию в конце каталога номер 14. Но о достижениях своих Елена нам расскажет сама. И, друзья, встречаем мамочку двоих маленьких деток, Елену Лукоянову. Передаю микрофон ей сейчас. Так, найду ее здесь. Все, вижу. Елена, готова?
Лови микрофон. Всем привет! Как меня слышно, видно? Ставим плюсики. Слышно? Хорошо, отлично. Приятно вообще такой честью удостоиться быть спикером, попробовать себя в этой роли. Мне помогает тут мой маленький сынулька, сейчас он капризничать будет. В общем, меня зовут Лена, кто меня не знает, мне 30 лет. Я мама двух детишек, вот на фото моя семья. Старшему 4 года, младшему вот 9 месяцев. Это мой самый главный бизнес-партнер, потому что мы с ним и рекрутируем вместе, и рассылки делаем вместе, и все делаем вместе. Вот, хочу немножечко рассказать... Спасибо. Хочу немножечко рассказать о себе, о своей деятельности до декрета. То есть я работала в компании... У нас есть сеть супермаркетов домашней еды в Казани, Быхотле, может, кто слышал. Такая довольно стерильная сеть. Я там работала с 2006 года продавцом-консультантом. Ну, пока детей не было, времени было много, работали с удовольствием, подрабатывали, выходили на различные замены. И в дальнейшем меня поставили старшим продавцом. То есть до этого я работала 3 через 3 по 12 часов. Плюс там переработки были. Потом, став старшим продавцом, я встала на посиделку, у меня выходные в неделю, возник стал рабочий день. Но все равно, как бы это, если нужно было заменить, я, естественно, оставалась не до 5 часов вечера, а там до 8 могла до 9 работать. Ну, то есть потом, 4,5 года отработать, я благополучно ушла в декрет с первым ребенком. И когда ему исполнилось 2,5 года, я решила вернуться на работу. И тут вот такая фишка, вроде бы у нас там все официально, все спасет, все дела, но ушла я, место потеряла. То есть его заняли, я уже могла вернуться на ту же должность только при наличии свободного места. А его не было на тот момент, но мне прям захотелось выйти на работу, и я подписала такой документ о понижении должности, стала как обычным продавцом, стала на график 3 через 3, и... То есть три дня я работала с 10 до 23 часов, в 12 приходила домой, три дня я вообще с ними не видела, абсолютно. Ну, три выходных там как-то это, приходится сюда, делать домашние дела и детьми занимаешься, ребенком занимаешься. Но все бы ничего, но старший ребенок у меня очень сильно болел, мы там, я вот после декрета отработала, до следующего декрета так сложил всего год, за этот год я столько раз ходила на больничные. Плюс мы вызывали родителей, чтобы с ребенком сидели, отвозили за 200 километров его к ним. Подружку у меня вот стачали, тут она в комнате, смотрела за ним тоже там при возможности. То есть намучили за этот год так, что хоть и при наличии соцпакета, и то, что в больнице мне все положено, как, ну, как это, должен был быть в больнице, но его никто не приветствовал, потому что для меня должен был кто-то работать, пока меня нет. И как бы вот из этого всего я сделала такой вывод, что больше я туда не вернусь. И я решила так для себя, что время у меня есть еще пока там 23 года не исполнится, и какой-нибудь вариант обязательно найдется, подходящий для меня. Ну то есть ту систему я уже точно больше не вернусь, потому что никакой абсолютной ценности лично не было. Пока ты работаешь, ты вроде как нужен, а свои личные какие-то проблемы никто... не хочет даже вникать, потому что сами мы там больные стояли за этим прилавком, никогда в жизни больничных не брали, а тут вот с ребенком, вроде как ты не виноват, что он болеет, что он такой вот слабенький, а приходилось, то есть вот так вот изощряться, какие-то варианты, если не были все больничные. Ну, в общем, можно следить слабенький, можно такие выводы я сделала, но опыт он... Он как бы опыт на то и есть, делать какие-то выводы для себя и не совершать ошибок больше этих. Теперь я хочу сказать о том, как я пришла в проект. То есть, ну, сейчас интернет настолько актуальная вещь, все там в телефонах, постоянно все в онлайне. Ну, то есть я тоже соцсети ВКонтакте общалась, со знакомыми, делала в различных группах по интересам. И
ни для кого не секрет, что, наверное, ни одной мне покупали приложение о работе. И, например, покупал сообщение о работе, мне было интересно. Я отвечала, но когда я видела во втором сообщении, что работа связана с компанией Oriflame, мне как-то интерес сразу пропадал. И я даже не отвечала, то есть я считала, что консультантов Oriflame настолько много, что как бы рынок настолько насыщен этим всем, что ну, нет, там вообще очень маленький шанс, чтобы там заработать и вообще же как-то себя найти в этом бизнесе. Вот настал такой прекрасный день, когда мне написала Лида, вернее, она постучалась ко мне в друзья, нашли Данков, на мой спонсор. Она постучалась ко мне в друзья, я зашла к ней на страницу посмотреть, что же просит ко мне в друзья. Увидела на стене у нее призыв по работе. Увидела, что люди активно интересуются, ставят пятерки. И решила тоже. То есть это вообще такой психологический ход оказывается, как вот уже впоследствии, когда разбираешься в этом всем. То есть я посмотрела, люди интересуются, поставила тоже, думаю, почему бы и нет. Заинтересоваться. Она мне написала. Во втором сообщении, соответственно, она написала, что это Oriflame. Но мне почему-то захотелось ей ответить. Я ей ответила и изложила все свои сомнения на этот счет. Сейчас, секунду. Сомнения на этот счет изложила, но она своими ответами расположила меня к себе, предложила посмотреть отзыв о поездке, тогда они как раз накануне ездила на визит. И она мне прислала ролик, я посмотрела и приняла для себя решение попробовать. Вот. Мы с ней зарегистрировались, позвонили, с позитивненько пообщались, я вроде как так это загорелась там этим делом, стал потихоньку разбираться с обучающими материалами на сайте. Поделилась с мужем. Он мне промыл так мозг просто. То есть он мне тоже начал приводить доводы, что он не верит в свой маркетинг, да сколько у нас есть знакомых, которые сталкивались, ничего не добились. И что ему жалко моего времени. Ну, то есть, как-то так это, он мне это все так это, аргументы приводил негативные, ни одного позитива. Я тоже задумалась, сгрустнулась мне и решила, я думаю, хочешь бы пользоваться продукцией, пожалуйста, пользуйся, но денег здесь не заработаешь. Я думаю, ну да, может быть, ты и прав. Ну, то есть, я написала Лиле, что я решила, что ничего у меня не выйдет, работать я не буду, буду пользоваться. Ну, Лиля мне тоже как бы без ответа не оставила мое сообщение, она мне привела тоже кучу аргументов, когда мамка в декрете там тоже у них проекты зарабатываются, добиваются определенных целей. То есть все реально было бы желание. И, ну, я как бы даже больше не ответила и не думала я, все равно у меня из головы эта мысль меня не покидала, не выходила из головы. Я еще, наверное, 2-3 дня подумала, засыпалась мыслью, ну, колебалась. Попробовать, не попробовать. С одной стороны, вроде как действительно времени жалко, если не получится, лучше вообще да ничего не делать. Но я приняла для себя все-таки решение попробовать, потому что как я проводила свое свободное от домашних дел время. Я смотрела фильмы, переписывалась, соцсетях, то есть я не занималась все равно круглые сутки там какими-то домашними хозяйственными делами. Время все равно какое-то находилось. Сейчас я это время, я вообще не помню, когда я смотрела телевизор последний раз, у меня в новостях муж рассказывает о том, что он на работе слушает радио новости. И то есть я сейчас каждую секунду беру и делаю что-то во благо своего бизнеса. Вот. И, в общем, посомневался 2-3 дня, и первый же понедельник ближайший зашла на презентацию. Посетила презентацию, мне понравилось, и я тут после нее написала Лиле, потому что я только была на презентации, и как бы я все-таки решила поработать. И вот так началась моя работа. У меня на тот момент уже было 5 страничек ВКонтакте, готовых к работе. То есть они уже как раз за это время, как я там сомневалась, прошли модерацию.
И за первую неделю, в конце первой недели, у меня уже была первая регистрация. Вот. Ну, в общем-то, вот так вот, наверное. Так, наверное, следующий слайд. Ага. Так, я хочу вам, там, по поводу меня лично нет вопросов. Да на самом деле у всех есть свободное время, вот сейчас тоже рекрутингом занимаюсь. Многие пишут, да у меня ребенок, да я ложусь в два часа ночи, в 6 утра встаю, вообще ничего не дают. Но почему-то в онлайне время всегда находится сидеть. Почему это время там нельзя? Я иногда вот сижу с ребенком на руках и что-то делаю. Он там весь дрыжится, у меня тоже не такое спокойное, чтобы там мне давать спокойно. Я вот просто даже времени много тратишь из-за того, что отвлекаюсь постоянно. Когда непрерывно работаю, все равно эффективнее. Вот мы сейчас делаем запись, завидую, у кого дети постарше или у кого их пока нет в этом плане. Вот, ну я продолжаю, да? Поставь плюсики. Продолжаю? Плюсики поставь. Угу. Вот. Хочу вам рассказать о премьер-клубе, о выгодах, которые дает нам премьер-клуб. Чтобы стать членом премьер-клуба, нужно сделать заказ личный. Каталог от 150 баллов. И хочу сказать, какие при этом вы увидите выгоды. Следующий слайд, нет. Так, первая выгода. То есть для кого не секрет, что мы имеем, как сказать, моментальную скидку 20%. То есть мы делаем заказ, у нас сразу прайс на 20% меньше положенной цены. Но если мы делаем заказ на 150 баллов, следующий каталог 12% от суммы твоего заказа вернется на твое товарное поле в личном кабинете. И ты делаешь заказ, и у тебя уже, если даже 150 баллов делаешь, там, соответственно, 150 рублей где-то получается. Это такая существенная скидка. Даже если ты пока не достиг по товарообороту своей команды определенных ступенек, даже если ты больше на 3% вышел, да, своим заказом личным 150 баллов, у тебя уже на следующий каталог скидка 350 рублей. Это 850 по премьеру и 200 рублей за 3% ступенек. То есть это... Для новичков, ну для меня лично, это было вообще колоссальная просто скидка. 1000 рублей на дороге не валяется, особенно на первых порах. Вот. И, так. То есть, кто делает балл 130, допустим, нужно обращать внимание, у кого 100 баллов. То есть, стимулировать своих новичков для того, чтобы они делали 150, то есть, пока... Строится команда, это вообще как бы там поддержка очень хорошая. Следующий слайд, пожалуйста. Еще одно преимущество премьер-клуба – это 50% скидка на любимый продукт. То есть она начинает действовать с третьего каталога. То есть вступил-то в премьер-клуб, первый каталог сделал 150 баллов, следующий каталог 150 баллов, и в третьем каталоге у тебя уже действует 50% скидка. То есть здесь мы на свое усмотрение. Кто занимается продажами, можно даже клиент заказал что-нибудь дорогой продукт, ты на него сделал 50% скидку. Но тут очень важный момент, чтобы этот продукт был без скидки по каталогу, чтобы выгодно потратить. Вот, то есть это тоже как бы этот, как мотивация. Каждый каталог делает заказ, и тогда мало того, что скидка идет, еще и один продукт по очень дешевой цене. И если очень сильно хочется какой-то продукт, а он пока идет не по скидке, то есть можно как раз его приобрести выгодно. Не дожидаться, пока он в каталоге будет по акции. Так, можно следующий слайд. И еще дополнительные выгоды премьер-клуба. Это льготное кредитование, которое предоставляет компания на оплату заказа. То есть
Бывает такое, что просто нет, например, свободных денег в бюджете, чтобы выкупить заказ, потом разнести клиентам, и только после этого где покупать на руки деньги. Вот для, ну, для таких людей, в том числе и для меня, вот в новогоднем столе я воспользовалась этой акцией, потому что заказы были, но денег столько не было в наличии. То есть я взяла в кредит там 2%, 2%, по-моему, от суммы заказа. Списывается как комиссия, и то есть я спокойно уже потом клиенту деньги собрала и заплатила. Вот. Ну так вот, для участников премьеры этот кредит увеличивается до 12 тысяч рублей. То есть такое преимущество. Следующая выгода это получение, ну, то есть возможность отправить заказ за 2 недели до начала нового каталога, и, это, например, что касается праздников, очень удобно. Отправил за 2 недели онлайн-заказ, и твой заказ потом соберут в первую очередь в преимуществе. И еще одна выгода, это тоже за 2 недели до начала нового каталога можно заказать себе новинки для демонстрации клиентам. То есть уже можно спокойно продегустировать на себе, клиентам дать попробовать, и уже к началу действия нового каталога, на эти новинки можно осуществить заказ, который тоже бывает в ограниченном количестве. Следующий слайд. Я, может, тороплюсь чуть-чуть. Вопросы, у кого есть, список, дочитаю. Вот, и хочу поделиться, как сделать вообще личные 150 баллов, как делаю это я, и как вообще возможно это сделать. Многие говорят, ну где? Я когда пришла и слушала, как рассказывают Миша и Лиля о том, что они делают 500 минимум баллов личных каталог, у меня вообще был шок, если честно. Я даже понять не могла, как я сделаю свои первые 100 баллов, чтобы пройти первый шаг. Ну, сама я там сказала, может, максимум на 40 баллов. В 2 заказа вложилась на эту сумму, остальные как-то думаю, откуда взять. Ну, первых того, чтобы пройти первый шаг, я написала 3 своим подружкам, скинула им каталоги. Они мне сделали заказы, ну, я им сделала скидку, и таким образом я легко набрала 100 баллов. На следующий каталог я решила, что вышла на 3%, кстати, в первом каталоге. Вот. И решила я, что мне в следующем каталоге надо 150 лишних баллов сделать. Кроме тех 3, которые мне помогли в прошлом каталоге, я не стала ничего тренить. Они тоже сделали заказики небольшие, плюс я там себе еще сделала, я набрала 150 баллов. И вот уже на следующий каталог мне вернулась скидка в премьер-клуб, было очень приятно видеть эти денежки. Плюс я вышла на 6% там скидки. То есть у меня скидка осталась 1330 рублей. 1330 рублей. Ну, то есть это так уже было, это ощутимо. Вот, далее. То есть проблем, в принципе, нет, было бы желание. Некоторые говорят, ой, у меня никто не пользуется, некому. У нас столько друзей специальных сейчас, знакомых, где там с кем-то работали вместе, где-то там учились. Да просто рассылку раскидать, ну даже если не хотят покупать, можно действительно так по своей цене отдать. Просто чтобы если тяжело, пока на первых порах, пока клиентскую базу строят, тяжело пока сделать 150 баллов. То есть можно пока таким способом. Ну вот в Новый год уже у меня, в принципе, заказы были уже от клиентов. То есть я там и заработала, и тоже и скидку делала девчонкам своим. Ну, то есть уже как-то легче было. В этом каталоге, в принципе, 180 баллов я за счет своего заказа и за счет знакомых получила. Вот. Так. Сейчас немножечко. И вот хочу сказать о своих достижениях. То, что в 15-м каталоге я подтвердила первый шаг дополнил, то есть я в 14-м сделал первый заказ, в 15-м я, получается, первый шаг прошла. Скидка была 200 рублей. Ну, вроде так, немного.
15-м каталоге я вышла в премьер, списка моя была 1300 рублей. В 17-м каталоге я сделала личный заказ 34 балла. И по премьеру у меня вернуло где-то 1500, наверное, примерно. Остальное по группе, то есть это уже 1338 рублей, это такая ощутима. Я уже без проблем зашла себе там на заказу, чего хотела. И это очень приятно, такие ощутимые денежки уже. Вот. И в первом каталоге пока 182 балла. Пока подтвердил 10% уровня, но планируем, конечно, 12 подтвердить. И там вот пока на данный момент 2000 рублей заработок. Ну, я, конечно, думаю, что там будет побольше. По моим подсчетам 4,350 как минимум, если я выйду на 12%. Вот. Ну, в общем-то, наверное, все. Еще вот про 50% хочу сказать, как я ее использовала. Я стала заказывать старшему ребенку омега-3. Витамин С минеральный комплекс, просто подписалась я на них. И омегу-3 я ему вот уже второй раз выписала, использовала вот эту 50% скидку. То есть выгодно получается очень. Тем более, что wellness у нас идет практически всегда без скидки. Стоим такие довольно-таки немалые на него, на эту серию. Вот, ну, в общем, наверное, у меня и все. Какие вопросы, может быть, есть? Все хорошо. Мне как отсюда выйти? Друзья, как меня слышно, поставьте плюсики, дайте обратную связь. Ага, я слышу, что меня слышно через динамики. Леночка, спасибо большое за выступление. У тебя получился прямо сегодня семинар. И мы обязательно возьмем тебя в команду спикеров. И обязательно в скором времени ты у нас уже будешь на постоянной основе работать в качестве спикера еще. Представлять не только свою команду, но и команду в целом, будь то презентации, планерки или другие какие-либо семинары. Да, супер выступление. И, друзья, слушая Елену про заказы на 150 баллов на личном опыте, как она совершала, как она растет с командой, забыл вам сказать, что у нас менеджеры, которые у нас участвуют в новой мотивационной программе на протяжении всего всей программы 1, 2, 3, 4 каталога необходимо им делать личный заказ на 150 баллов и более. Напоминаю об этом нашим потенциальным участникам. И вернемся к Лене. Друзья, обращаю ваше внимание на рост в команде Лукояновой Елены. Она опережает сейчас поставленные перед ней планы ровно на один каталог. Активно работает с командой, активно показывает на личном примере, как собрать заказы на 150 баллов и более, как получить зарплату. И смотрите, вот Елена успешно прошла все шаги стартовой программы, которая у нас в предыдущем году действовала, стартовая программа. И в 17-м каталоге, если перерасчитать на месяц зарплату, то ее доход составил примерно 4,5-5 тысяч рублей в месяц. Это только за созданный товарооборот и за скидку по премьер-клубу. Здесь не учитывается у нас еще немедленная прибыль. А немедленная прибыль, обратите внимание, 304 балла тоже будет довольно-таки существенная. И, находясь при этом в декрете, Елена у нас зарабатывает такие вот деньги уже, можно сказать, на третий каталог своей работы вместе с компанией RQDM, вместе с проектом «Карьера онлайн». Что будет дальше, увидим, услышим от Елены, и уже я уверен, что с каждым каталогом мы будем ее хвалить с новыми и новыми уровнями, достижениями, новыми премиями. Молодец, Леночка. Очень рад за тебя, как и вся наша команда. Вот, благодарности, поздравления сыпятся в чате. Супер.
Итак, друзья, наша планерка подходит к концу. Сегодня у нас активный день. Я, как уже вы можете увидеть, ввел в практику то, что каждую планерку со мной ведет, помогает мне мой активный партнер из команды. И на следующей неделе у нас будет следующий новый партнер, которого вы увидите, услышите. Поэтому рекомендую вам, кто из команды спикеров, из команды менеджеров, включаться в работу, приглашать своих активных партнеров, сами выдвигайте свои кандидатуры, консультанты и менеджеры активные, выступайте. Будет полезно не только для вас. Вы продвигаете и себя, свой успех, историю успеха, историю результата своего, достижений, но и вы являетесь мотивацией для всей команды. То есть люди видят на конкретные примеры, как сегодня мамочка двоих детей, будучи в декрете, просто рушит стереотипы все. Когда у нас на собственном примере, могу сказать, много мамочек одного ребенка плачут, что им не хватает, катастрофически не хватает свободного времени. То есть у них все время посвящено ребенку. Сегодня Лена нам показала, что даже с двумя детьми маленькими есть время уделить проекту, найти время для проекта, для рекрутинга и для новых результатов. Да, время есть. Поэтому на примере, на Ленином примере, работаем с новыми своими людьми. Если это мамочки, конечно. Так, друзья, давайте напишем планы на сегодняшний день. Заканчиваем планерку. Сегодня у нас по расписанию в 14:00 состоится презентация нашего проекта, «Карьера онлайн», наших возможностей с компанией «Арифлейм». Спикер пока у нас под вопросом. Будет сюрприз для всех присутствующих. И в 15:00 выступление нашего старшего, хотел сказать, что уже старшего золотого, значит, не за горами, нашего вышестоящего спонсора, золотого директора Валентина Туровского. Валентин сегодня проведет большой мотивационный семинар, и даже небо не предел. Зная Валентина, зная его возможность смотивировать людей, приходите сами, приглашайте своих новичков, приглашайте гостей, приглашайте своих родственников, чтобы все сидели, слушали вокруг компьютера. Валентин сегодня просто взорвет аудиторию, поэтому давайте обеспечим Валентину битком набитую комнату. И, конечно же, обратную связь. Засыпем его вопросами, и на все вопросы он даст нам ответы. Да, Туровский умеет взорвать аудиторию. Так, друзья, планы, пишем планы. У нас сегодня по плану буквально уже через 10 минут придет большая делегация новичков, будущих партнеров, с которыми сейчас проведем бизнес-встречу. Сегодня у нас встреча с саратовской веткой планируется. Работа с каталогами. Компания вчера нас побаловала огромным набором из 50 каталогов. Нельзя же им лежать без дела. Поэтому сегодня мы их планируем все раздать. Отчет по работе с каталогами мы предоставим вам сегодня вечером. Ну и, конечно же, рекрутинг, работа с командой. И сейчас, пока еще наши партнеры не подъехали, планирую сделать смс-рассылку по всей команде Лилии Донсковой о имеющейся распродаже. Распродажа у нас вчера стартовала. Об этом необходимо донести всей своей команде, всем своим партнерам. Доносите вы, и донесем мы посредством смс-сообщений и email-рассылки. Так, друзья, я жду от вас еще планы. Помните, что сегодня, именно сегодня, самый лучший день. Поэтому сегодня давайте выжмем из дня максимум результатов, о которых мы завтра похвалимся. И я ставлю сейчас мой самый с международной конференции «Арифлейм» лайнер мечты.
смотрим, вдохновляемся за позитивом, чтобы в будущем видеть себя на подобных роликах, чтобы в будущем сказать: я был на таком мероприятии, было здорово. Спасибо большое за то, что пришли. Еще раз спасибо Лене Лукояновой за выступление. Команда, внимание на экран. До встречи на совместных мероприятиях, как в нашей вебинарной комнате, так и подобных выездных международных мероприятиях с компанией Replan. Всем спасибо. Пока-пока.